Дипломаты сегодня предложили Совету Безопасности ООН принять резолюцию против референдума в Крыму. Предполагалось объявить предстоящее голосование не имеющим силу и призвать все страны не признавать его результаты. Россия ожидаемо наложила на документ вето, Китай при голосовании воздержался. Китайский представитель подчеркнул, сейчас любая такая резолюция может привести к обострению конфликта. Выступил и украинский дипломат, он обвинил российские войска во вторжении на территорию Украины. Вот что на это заявил постпред России Виталий Чуркин. Выступавшие коллеги дискутировали не с той развернутой аргументацией в ее целостности, которую мы представляли, а с произвольно выдернутыми и извращенными ими же элементами нашей позиции. Украинский коллега перешел любые допустимые грани. Если говорить о крови, то не на наших руках, а на руках ваших друзей национал-радикалов, кровь тех украинцев, которые были расстреляны снайперами в февральские дни этого года, и которых идеологических праотцов вы не так давно защищали в стенах ООН. В МИДе России заявили, что американский проект резолюции изначально не имел под собой никаких оснований, так как события на Украине не представляют угрозы международному миру и безопасности.